тебе, Иринка, тебе! Счастливая! Хватит радоваться, потом прочитаешь. Пошли работать. Вечорнее засыпала, не гасила долго свет. Я сидела, вышивала мелким бисером кисет. Я подарок вышивала незнакомому бойцу, и фамилии не знала, и не знала по лицу. Ты прими же, незнакомец, вышивной подарок мой. Я тебе добра желаю, будь героем дорогой. Того кисета в его правый уголок положила для ответа свой короткий адресок. Положила для короткий адресок.